Риза Каял, Турция.
Сегодня на ковры вышли представители четырех весовых категорий. 85 борцов греко-римского стиля. Весовой категории 55 килограммов было 16 спортсменов. 66 килограммов 25. 84 26. И в супертяжелом весе 18 человек. И вот сейчас осталось по 4 сильнейших борца в каждой весовой категории, которые в полуфинале оспаривают выход в главный финал. Это, пожалуй, самые главные поединки и соревнования. Потому что победой своей в полуфинале спортсмен обеспечивает себе уже медаль. И медаль, причем, как минимум, серебряная. Поэтому самые острые поединки, как правило, проходят в полуфинальные встречи.